Друзья, всем здорово, с вами Кузака и Дэнди. Сегодня у нас, знаете что, азиатская боль в GTA 5. Да, я надеюсь, это азиатская боль вообще будет. Ой, а почему у нас, кстати, народу стало больше? Нас же было вроде 3 человека в лобби, да? А к нам еще кто-то успел присоединиться. Да, я тоже, кстати, это заметил. Лол, а ты, кстати, ни с кем не поздоровался, вот. Да, здравствуйте. В смысле, вроде поздоровался? Ты просто начал говорить про азиатскую боль там, про какую-то. А, ну да, все здорово. Ребят, хотел сказать, что вот, ну да. Как бы, ну да. Ну да. Хотел сказать, ну да. Вообще, давно вообще видосов не было по гонкам, в принципе. Это вообще не гонки, потому что такого вот сейчас никто не снимает. А, ну да. Просто вот обычных паркуров, вот old school без каких-либо элементов. В общем, я хотел сказать. В 2018 году последний раз такую тему я проходил, и сейчас вот мы заново решили зайти и постараться вот так вот это все проходить. Вспомнить молодость, так сказать. Только... Какие-то здесь элементы, знаешь, не особо хорошие, вот как-то мне вообще это гонка... Ты что-то вообще, в принципе, скилл-тест какой-то такой, пока хз, пока вроде проходимое. Ну да, а мне кажется, это какая-то хрень полнейшая. Создавал какой-то криворукий китаец, но если что, мы потом запустим что-то другое от этого же создателя, потому что сегодня только я его и добавил. Так, хотя знаешь, типа... Ой, мне мама звонит. Алло, мам, да, не ходил. Не ходил, нету вообще ничего молока. Все, я поговорил с мамой. Такое в жизни бывает. Такое тоже бывает. Нам надо вот сюда вот заезжать. И вот отсюда вот туда. Нет, там надо в контейнер. Назад, потому что двигатель Денис упал. В смысле контейнер? Вот сюда надо. Вот наверх надо. А почему мне стрелочка показала? Да. Ну ладно, я сюда вот. Там стрелочка есть. Так, но я все равно попытаюсь вот туда вот как бы попасть, потому что я... Мексиканец? Ты мне там... там, по-моему, ты вообще, по-моему, не туда поедешь. Ну, кстати, тут уже скилл-тест какой-то имеется. Имеется, да. Да слушай, я не знаю, для кого здесь сделана вот эта штука, но здесь можно вот так вот это перепрыгнуть. А ты чё вообще? Ты куда едешь? Я вот сюда хочу ехать и хочу это сам как бы пройти вот. Так ты не туда едешь. Так какая разница? А куда надо? А где чекпоинт стоит? Ну вот сюда, вот, смотри. Ну он сверху, да. Сюда вот поднимаешься. Ну а я хочу по-своему это сделать, вот так вот. Ты думаешь, это так про... А, ну типа старые гонки проходятся, можно проходить типа по-другому. Ну я по-своему посложнее, потому что какой-то слишком изичный скилл-тест, при том, что я не играл в такие паркуры 2 года. Я все равно это хочу пройти. Не, ну старые были. Дальше, возможно, сложнее будет. Я, по крайней мере, в это верю. Ну пока что тут скилл-тест там реально. Да, и так нормально, слушай. Ты и так там уже потеешь. Да не, я, кстати, это уже... О, видишь, заехал. Вот сюда. Ты где вообще? Вот, посмотри к чекпоинту на баржу. Чего? Я тебя не вижу. В смысле меня не видишь? А, вот ты где, все, вижу. Все, я вот взял чекпоинт, по-своему сделал все. Все сделал сложнее, да. Я хочу сказать, что я не на первой позиции почему-то. А, ты надеялся, да? Ну как бы я не надеялся, я уверен в этом. На меня там бабки поставили. На тебя бабки поставили? Да, на меня 1000 поставил кто-то. Так, может так возьмется? Не, вообще знаешь, как можно его взять? Его можно взять вот так вот. Я пробовал. Что? Там не возьмешь его. Ну значит знаешь, что надо сделать? Надо вот так, да, вот, аккуратненько, так вот. Аккуратненько, вот так вот. Ой, ребятки, простите нас, если мы особо не умеем проходить. Если мы это сейчас по-быстрому пройдем, то мы второй такой паркурчик запустим. Возможно, они не особо интересны, но вы кидайте ссылку ВКонтакте, мне в ссылочку. Да. Либо в Инстаграм, куда угодно. Все ссылочки есть в описании. Если вы найдете какой-то такой китайский паркур. Старый именно паркур. Мы бы это все проходили с радостью. Было бы очень классно. Каскадерская вот это вот. Детской вот этой шалости. Детская так, а шалость. Куда вообще? Все люди проходят каскадерские, это мы дурачки просто. Слушай, без понятия. Old school. Я пока вообще не понимаю, куда ехать. Ну, по сути, вот сюда, потому что здесь я вижу, что какая-то рампа стоит. Возможно, сюда вот. Но это вообще далеко не точно. Так. Куда? Он вообще на земле. Ну, то есть чекпоинт на земле. Но на R нажми, там он на землю показывает. Да у меня он уже не нажимается почему-то. Да я его взял.
Только я его взял, не понимая, как. А там, короче, надо было, знаешь, где прокатиться? Там надо было прокатиться либо поверху, но я снизу его взял. Слушай, здесь кто как хочет проходит этот паркур. Он вообще из топора, этот паркур. Такое выражение ей. Из какого топора? Я это... Ну ты это, я понял. А, я понял. Так вот я здесь вот не понял. То, что я тебя понял. Хотя, знаешь, я буду это вот все по-своему проходить. Вот. Shift-S от лестниц. Shift-S. Оба. Чего? Что происходит? Я же тебе говорил в голосовых. Стоп, ты что сделал? И этому человек говорил, что типа ты готов со мной проходить азиатские паркуры. Он такой, ну да, да, что там будет? А я ему говорю, шифтессы, глайды, слайды, грайнды. Он такой, ну да, да, я готов. Ты вообще видел? Я как бы, не, я готов, почему, но как бы то, что я сейчас видел, то, что ты сейчас сделал, это... Это непредсказуемо. Нет, ты потом просто... Если я видос не выложу, то я тебе просто запись скину. Ну, я просто взял и взлетел вот так вот за секунду, да? Жунг, и все. Ты просто у меня под текстурами такой проехался. Ну, я просто с помощью читов это сделал, я сам не записываю, я ради тебя это все записываю, на самом деле, чтобы ты удивлялся. Я пранкую тебя, типа. Не, я на самом деле записываю, это пранк, я читер в GTA 5, типа, знаешь? Рубрика такая. Я понял, как делать Shift-S, я забыл. Ну, Shift и S. А ты на геймпаде либо на клавиатуре? Я на клавиатуре, я что-то вообще забыл. Ну ты на дебочке поднимаешь на Ctrl, потом отпускаешь и Shift-S делаешь. Так, ты, кстати, как-то Shift-S, походу, это сделал. Это по-человечески. А я что, не человек? Спасибо большое. Слушай, а Денгрил как-то, блин, это угоняет от нас. Ну он, кстати, ну он скилл-тестер, как бы, поэтому... А, да? Надо было его сюда позвать тогда в Discord, точно. Ну, походу, мне одного этого скилл-теста хватит. Да не, сейчас у тебя просто NF будет и все. Блин, здесь, оказывается, вот так все это делалось, да? А я вот это не мог сделать. На каком 29 чеке? Чеков. Я на 12-м, сейчас буду на 13-м. Оба. Все, на 13-м. У меня что-то вообще, прикинь, я что-то вообще какой-то. Надо этого догонять, твоего дружка. Лох цветочный. Лох цветочный. Ну, попробуй, да. Полный. Цветочки. Да. А ты большой разгон брал? Я вообще минимальный разгон. Давай я тебе сейчас еще раз это сделаю, похвастаюсь перед тобой. Сейчас я возьму еще один чекпоинт там где-нибудь. О, ты вырвался на первую позицию. Опа! Ну слушай, давай я тебе покажу тогда, что там, да как. Да где? Ну почти, ну... Да вот, да, смотри, я... просто вот так вот делаешь. Ну вот смотри, я вот так вот... Ой. Ну ты вообще куда целишься? Ну да, у меня сейчас казак лазит. Откуда дети-то будут? Ну вот так делаешь, все. Что-то у тебя это... Ну, а я он, тоже так что, делал, он, смотри, что... вот видишь? А-а-а. Ну, ты вот делай от души вот, типа, вот так скажи. Ай, Деймарана. Не-не-не, сейчас вот я тебе покажу. Ай, Деймарана. Не-не-не. Ну, короче, здесь сейчас на миллион попыток, пока ты сейчас... Да не-не-не-не. Да это просто монтаж. Да я еще не делал ни одной попытки. Смотри, вот. Вот так делаешь, оп, и все. Вот так, опа. Все. Ну, ладно, я пошел дальше всех раздраконивать. А, ну, кстати, опять на первом месте. Ну, потому что я, да, я возродился. Так, и куда здесь надобно? Куда здесь надобно было нам? Все, настрой, братан, я на третьем месте. Ну вот, третье место. Ну, что-то, походу, я НФ, походу. НФ, НФ, да. Не, ну слушай, потом мы с тобой наработаем наши навыки, будем вообще красавчиками. Да, 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 мне прям вообще... Ну, кстати, ты как-то быстро все вспомнил. А я это, этим дышал, а я во сне это все видел сегодняшний день, из-за этого я вот такой вот... А, молодец. Ты просто это... Не. Тебе, походу, приснилось, что ты сейчас это пройдешься быстро, ты такой, блин, надо эти штуки позаписывать. Да я рожден для этого просто, понимаешь? Да. На самом деле шутка, я что-то сейчас вот падаю. Я вот это прошел бы раньше, блин, за несколько минут. Не буду хвастаться. Я прошел! Молодец. Ты шифтесом прошел, да? Да-да-да-да. Блин, умничка на самом деле. На самом деле здесь вот Shift-S вот везде. Мы просто сами как бы там... понимаешь, чем отличается такой китайский паркур от каскадерских? Здесь вот все обходные пути как бы никто не закрывал. Здесь на твою совесть. Типа, если у тебя есть скилл, то ты так будешь проходить. Если ты не умеешь, то ты будешь искать обходные пути как? Какие-то. Ну да, ну да. Не, ну кстати, как ты
когда взял чек, ты, мне кажется, ты просто его сам придумал. В смысле, сам придумал? Не, ну там надо было уже просто типа подниматься там везде. А ты такой, оп, я по-другому проеду. На самом деле, да, там, ну там стрелочка стояла, отстань, все хорошо было. Автор так и задумал. Только я не понимаю, что он здесь вот задумал, потому что мой байк не хочет туда заезжать, либо надо прям посильнее как-то толкнуться. Так, на каком ты... А, я на чекпоинте номер 15. И, кстати говоря, скилл-тесты, ну, о... Заехал и умер. Скилл-тесты типа не на 5 минут. Ну да, ну это... А, лол, чел, туда надо было, серьезно, а я... Да ты серьезно, а я... Чё, неправильно? Да Дангрил мне сразу показал, как надо было делать. Мой конкурент за первое место, ты шо ты так и делаешь? Лайхукер. Да, ребят, вы понимаете, я вас скоро догоню. Догоняй, нам без тебя здесь это скучновато. Так, Дангрил, до свидания. Не толкнул. Ладно. А чё буква R не работает? Как не понять, где чек? Я что-то вообще потерялся. Ой, молодец, Дэн. Так. Слушай, я не знаю, какой ты там где потерялся. На самом деле там несколько чекпоинтов тоже наобум просто взял. Так, ну вот на фарту. Все, спасибо. На фартуке? А, я понял, я понял. На фартуке. Что? Я что-то вообще не вдуплил. Я знаешь, как ТЦП сказал, ты на фарт. Почему как? Я как сказал. Ну да, кстати. Все именно так. Не беспокойся, так. Да, да. Здесь вот. Ты реально, по-моему, тот чел, которого ты сказал. Да, да. Либо это не все так китайские паркуры влияют. Похоже, это, кстати... Короче, потом будем троем на серии, потому что так будет повеселее в любом случае. О, все. Ну да, нам... Да нам бы это... Да мне просто бы пройти. Ты как Колопенко разговариваешь. Да мне пропачайра-патапарпа. Ой, господи. Аккуратнее там с этими китайскими стенами, а то ты уже там обдолбился головой. У нас разница в 4 чекпоинта. Но там смотри, там чекпоинты на усложнение идут, то есть меня даже уже Денис, либо как его зовут, не может догнать. Да, вон, я его вижу. Я, в принципе, тоже себя не могу догнать, потому что я очень быстрый. Что? Ты себя не можешь догнать? Да, оставим этот момент на потом. Окей. Я уже как ты начинаю говорить, это знаешь, это... Болезнь ЦП, по-моему, по Дискорду передается. Воздушно-интернетовским путем. О, слушай, меня Денгрил догнал, и я сразу залетел. Не, я никуда не залетал, я не баба. Наверх залетел и умер из-за этой шутки, из-за своей. А он остановился, его надо сбить. Я тебя сейчас собью, Денгрил, нет. Нет, я тебя собью. Стоп, а подожди, куда тут ехать? Как туда залезть? Собака ты, Денгрил, знаешь, кто ты? Он взял и залетел, а я его не смог сбить. Сука. А как там чек взять, слушай? Где? На 16-м. 16-й чекпоинт тут. Да я прям тебе помню. А тебе прям инструкция Кузака, да? Ну да. Да блин, там просто это, жердочки. Ой, не жердочки, там эти баржи вот эти. Ну там надо по баржам прыгать. И тут наклоненная какая-то баржа. А, ну там надо направо. Там надо вот по серой штуке, по ее обочине проехать. А, я понял. Я, кстати, случайно что-то... Да, заехал. Ага, ну вот так вот и надо, и мне это Денгрил подсказал. Я тоже там долбился внутри. И все делал как-то не так, как надо. Да, оба, блин. Обогнал на изичах! Просто гетбэк мазафака. Ой, такой это. Самокритичный в скобочках. Я сейчас это. Ты смотри, ты пока там расслаблен такой, это думаешь. Да я не расслабленный, я на первой позиции, вот вообще-то, вот не надо мне тут. А, ты там этот, там нормально потеешь. Да, так, слушай, так, а как по автобусам-то забираться? Что это за бред такой? Ребята, вот это я не понимать, вашу ж мать. Ой, боже мой. Ну вот, а ты думал, сейчас скилл-тест, быстро пройдем. Да быстро. Видишь, тут... 17 минут, почему? Не, на самом деле он несложный. И вот это я тоже не понимаю, для чего эта конструкция нужна была, либо потому что мы потом обратно отсюда будем. Хотя нет. Скилл-тест создавался, ребят, 4 года назад, так что вот, если вас смущают эти элементы, то просто вспомните эту дату. Он создан в 2015 году. Или... Возможно, тогда это делали вообще плохо, все. Нет, а китайцы всегда делают все хорошо, кроме телефонов. Да ладно, шучу, все хорошо они делают. Ой, ай! Я уже скоро буду на финише. Скоро буду над вами издеваться там.
наблюдая над вами. Ну, походу, это надо мной, мне кажется, скорее всего. Ну, посмотрим, посмотрим. Ты залез туда. Ты как бы залез туда, ты красавчик, а что дальше ты делать? Ой, там, блин, по-моему, на усложнение прям чекпоинты идут. Вот там будет сейчас самый сок, мои дорогие. Да! Да, вот оно. Вот это я ненавижу больше всего! Там, короче. Что там? На воде трамплины разбросаны, и они все шатаются из-за волн. А, да-да-да-да-да, я понял. И вот эта вот шняга меня больше всего бесит. Ну ладно, как Медведев сказал, вы держитесь, я буду держаться за свой байк как можно крепче. Я вообще все. Скакаю, как рыба в воде. У вас-то там по-любому легко все уже. Да вообще, блин, да слушай, для лохов все сделано, мы просто лохи, ты вот один там профессионал, вот капец, блин. Вот бы нам стать, как ты, профессионалом. Ребят, короче, это вот еще раз говорю насчет этой рубрики. Азиатская боль будет называться, и я создам даже отдельный плейлист и буду постоянно, то есть, в этой рубрике запускать какие-то сложные такие паркурчики. Но это не сложный, но постепенно, когда я вспомню все скиллы. Разминочный. Да, мы будем прям такой жесткой жопу запускать, которая будет прям интересно. Возможно, это такая вот лайтовенькая, типа, похоже на что-то обыденное. Но все равно, блять. Я просто вот все это проскакал и на конце прям тюк! Хук! И все. Тюк. Тюк-тюк, блин. Как на Пасхе яйцами бьются. Боже, вот это я уже не помню, как делается. Лесенки, а я. А, так там не надо шифт-тестить. Там смотри, что делаешь. Там ты на дебах едешь до того момента и стукаешься в тот момент. Ой. А, все, я понял, ты отпускаешь просто дыбки в тот момент, когда ты. Я понял, я до последней доехал уже. Ну ты все. Там разгон нужен, да? Там. Ну да, на разгоне, конечно же, а то так как ты заедешь. Там прям я сейчас максимум возьму. В принципе, это очень такой антистрессовый этот, как его, элемент. Так что вот. Очень интересно. Мне не нравится. Мне он нравится. Не, он очень классный был, но там на конце сложно остановиться, потому что я всегда перелетал. Да я наоборот не долетаю, до последней долетаю вообще. Ну вот ты на контроле и смотри, отпускаешь его, когда только стукаешься до первой лестницы. Да. И потом он у тебя сам я едет. Я может даже на ну, шифт как бы нажимать. Да, это понятно. Слушай. Слушаю. Сердцебиение есть? Ну типа не ты знаю. Врач, а я тебе говорю слушать. Да, смешная да, шутка. Шутка. Типа шутка. Да, я просто хотел кое-что сказать, а потом понял, что это сейчас не вовремя говорить. Тихо, бля! Езжай! Езжай, тортила! Ну, в принципе, знаешь, что можешь посмотреть? В левый нижний уголочек. Вот что я хотел тебе сказать, просто из-за этого. Вот так вот. Я понял. Да. 29 чекпоинтов за 23 минуты. Это даже очень. Ну, за 24 неплохо. Так, Дэнди вот тоже проходит. 10. Молодец. А Денгрил где? Да сейчас, я на спидах сейчас буду. Неужели он просто катается? Не, Денгрил пытается залететь. Ты чё? Там просто надо залететь, а вот он не может, потому что это один из элементов глайдов. Во! Как начал смотреть батька Кузака, так он сразу взял чекпоинт. Вот это у меня самомнение о себе завышено. Ребят, абсолютно пробная серия. Будет смешнее, будет угарнее, будет более бомбяще, будет более длительное видео. Если же, конечно, вы этого захотите. Все от вас зависит. Пишите в комментарии, мы будем развивать эту тему олдскульных паркуров на байках. Возможно, не только на байках, возможно, и на BMX-ах. У кого-то точно сгорит жопа. Так что, ребят, все в ваших руках. Пишите, просто берите и пишите в комментарии. Я вас жду и жду добра от вас. Вместе с Дэнни. В общем, ребят, подписываемся на каналчик, ставим лайкусики, оставляем свои позитивные комментарии. И извиняюсь, то, что, возможно, короткое видео, но хотя сойдет, для первой серии сойдет. Всем удачи и всем до скорого. Всем пока, ребята.